Всем привет! С вами Бонсай с начала 65. Хочу показать вам свой мини-садик на скале из мандарин. Вот они так подросли уже, мандаринки. Хочу здесь подрезать их, чтобы они не тянулись удочкой, а кустились понемножку. Ну, чтобы дополнительные веточки давали. Вот такие на сегодняшний день они подросли уже немного. Не все, правда, ну, кое-какие. Здесь я пенек поставил, а здесь у меня упал. Этот какой. Вот здесь медведь у меня стоит, мишка. Косолапый, черный. Так, начнем. Вот с этого. Сейчас поближе буду подносить. Вот это вот. Сейчас мы им, ей макушечку подрежем вот здесь вот. Вершинку. Так, вот раз. Следующую. Вот эту вот. Вот эту. Сразу отсюда начнем. С этого края кругового. Так, и мы ее вот здесь подрежем. На наружную почечку как раз. Чтобы она сюда как бы свисала немножко. Так, эту мы подрезаем пока. Так, не видно. Эту пока подрезать не будем, так как она еще маленькая. Хотя, можно было ее тоже перещепить. Но у нее тут всего раз, два, три, пять листочков. Прищеплять пока нечего. Потом, если выше она поднимется, да, я прищеплю. Дальше что будем делать? Дальше мы пойдем в обратку. Вот это вот. Вот это вот тоже. Она уже довольно-таки подросла. Мы ее сократим. Так вот, на эту почку наружную. Так вот. Вставляем немножко пенечек, чтобы она сушила. Сейчас. Не сушила почку или? Сушила. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот это посмотрим. Самое большое выдало рост. Мы ее сокращать будем. Вот. А, она. Веточки еще не дала. Мы его здесь сократим. Так вот оставим. Дальше. Будем смотреть. Вот эту вот. Вот она. Мы ее тоже вот на ту почку, на наружную. Обрежем. Вот здесь вот. Это нормально. Так, дальше будем. Которая с края вот это вот. Снизу. Мы ее прищипим вот на, так, тут один листочек останется, вот эти три листочка удалим. Чем раньше мы прищипим, тем быстрее она начнет или куститься, или хотя бы второй порядок будет ветки давать, а потом будет куститься все равно. Теперь вот эту веточку, она здесь уже, видите, я сейчас покажу, она дала сама вторую ветку, первая и вторая. Эту пока прищеплять не будем, она сама по себе разветрилась. Потом мы просто, если еще вот эту мы их, это рост следаст, мы их потом прищепим. Пока трогать не будем, она сама разветрилась. Это хорошо. Дальше. Вот этот вот. Вот этот мы тоже сейчас, он тоже в одну веточку, мы вот на эту, вот на эти почки две отрежем маленькую. Так, маленькую, как я сказал, пока не стоит трогать. Ну и все, как бы такие основные манипуляции по обрезке, формировки бонсай на камне мы сделали. Сейчас скоро будет, обычно в сентябре вторая волна роста будет мандарин. Они
начнут расти. И поэтому сейчас я обрезаю в августе, к концу августа. Сегодня у нас 20-е. Обычно в сентябре где-то, к октябрю ближе, когда отопление доивать начинает, дома потепление, у меня начинается у них вторая волна роста в сентябре или в октябре даже. И до ноября продолжается. А потом уже, ну, в принципе, когда отопление, они зимой растут, бывает, лучше, чем летом. Летом они у меня плохо росли все, в этом году ни солнца, ничего. Сегодня, кстати, плюсовая температура, температура, солнышко, 18 градусов. Завтра у нас пятница, суббота, день города будет, обещаю, солнце. Вроде как должно быть. Вот такой вот у меня, короче, бонсайчик, мандарины на камне, на скале вернее. Вот такой на сегодняшний день у нее ведуха, вот такая вот. Сейчас покажу полностью, вот она. Итого, вот такой, вот такая скала, и на ней растут мандарины. Мандарин я садил, сколько здесь? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему-то 10. Не знаю почему, но у меня тут 10. 3, почему 10 я садил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А вот это 11 куст, это не мандарин. А это денежное дерево. Пенек сделал я, туда денежное дерево посадил. Я ему расти не даю. Он будет такой маленький, такой вот. Он набирает вот толщину, видите, как. Сейчас покажу. Я его обрезал. Это когда я укоренял, кто смотрел мое видео, укоренял денежные деревья. Вот видите, он в одну листочку дает. Я его удаляю, пока он не даст здесь два листочка. Даже я вот здесь еще больше сокращу, чтобы он... А, не надо, это будет повыше, это пониже будет. Пока здесь два листочка не даст, то есть две веточки, одну я всегда удаляю, пока он не захочет сразу две здесь дать. И здесь две. Пока он не хочет ничего давать. Стоит зелененький. Вот такой вот, короче. Тут у меня Мишка следит за порядком. На скале никого не пускает. И говорит, ставьте лайки вот такие вот за видео. Всем пока-пока. С вами был канал Бонсай Сначала 65. Заходите. Кому интересно мое видео, поставьте пальчик вверх. Кому интересен мой канал, подписывайтесь. Всем пока-пока. Всем желаю удачи, добра, счастья, вкусной еды на столе. Занимайтесь бонсай. Очень интересная штука. Всем пока-пока.